Приветствую вас, хочется как-то поддержать вас, вот, хочется вам помочь, хотя я понимаю, конечно, что проблема так сразу быстро не решится. Вот, но, тем не менее, в первую очередь вам нужно увидеть, что то, что вы делаете, в том числе и ваше бунтарство, все это все равно сценарий вашей мамы и бабушки. Все равно это сценарий вашей матери и вашей бабушки. Потому что вы уходите либо в отрицание полное, то есть слепой бунт, глухой бунт, либо вы подчиняетесь своей маме. Правда в том, что истина, как обычно, где-то посередине. Вот. Истина где-то посередине, она заключается в том, что и ваша мама в чем-то права, и к ней нужно прислушаться, и вы, конечно же, тоже правы, и вам нужно прислушиваться к себе. Вот. Так что очень важно с этим моментом разобраться, определить, в чем, где и как, условно говоря, вы могли бы со своей мамой согласиться. Ну а где не могли, конечно же. Это первое. Второе. В чем вы себя обесцениваете? Конкретно. Вот определить эти моменты очень необходимо. В чем вы себя обесцениваете? Вот именно так. В чем вы себя обесценивать? Потому что основная проблема заключается именно в этом. Идет обесценивание себя, идет обесценивание своей личности. Вот люди, окружающие, это достаточно хорошо чувствует, и отсюда возникает та история, которая возникает. Отсюда возникает та ситуация, которая происходит сейчас. Поэтому очень важно, чтобы вы определили просто хотя бы где и в чем и почему вы себя обесцениваете. Дальше необходимо определиться с приоритетами, ибо они у вас тоже, мягко говоря, хромают. Потому что с
раскрывал, все-таки нужно не столько даже реализоваться, точнее, не столько даже найти работу, сколько реализоваться. Нужно. Нужна реализация. Ваша реализация. Чтобы вы нашли себя, чтобы вы увидели, чем вы хотели бы заниматься. И вот тогда уже можно направлять свои силы. А у вас, ну у вас получается, к сожалению, так, что вы путаете приоритеты и пытаетесь построить отношения с женщинами, например, минуя собственную реализацию и собственное становление. А так, на самом деле, очень негативно будет складываться для вас ситуация. Ну, она так или иначе, вот, при вашем подходе будет складываться не самым лучшим образом. Вот примерно так, я думаю. И можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Да, всеми правдами и неправдами, всеми правдами и неправдами необходимо жить отдельно, потому что вы не привыкли, по всей видимости, быть мужчиной, вы не привыкли быть, по всей видимости, самостоятельно, вы больше привыкли быть как это ни странно, ребенком своих родителей. Даже при условии, что вы бунтуете, все равно вы ребенок. Вот. Ну, женщина это чувствует. Вот. И поэтому к вам такое вот отношение. Такая вот ситуация. То, что я могу вам сказать. Мысли о суициде, к сожалению, неестественны в данном контексте. Нормально и логично.
Другой вопрос, что их, так же как и много в вашей жизни, нужно прожить. В вашей психологической реальности не хватает проживания. Хватает подавления, но не хватает проживания. Поэтому сейчас задумайтесь о том, чтобы все-таки жить один хотя бы на съемной квартире. И дальше уже можно будет организовать вам психотерапию и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом.